Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Nissan Tirana 2016 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра, H4MD438, пробег 34 359. Крышка и маслозаливная горловина чистые, нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Двенадцать килограмм. Второй цилиндр. 12 килограмм. Третий цилиндр. 13 килограмм. Четвертый цилиндр. 12 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.